В образовательных учреждениях Ненецкого округа усилены меры безопасности. В школах и детских садах осуществляется специальный режим. Родители могут пройти только при наличии пропуска. Департаментом образования, культуры и спорта издано соответствующее распоряжение. Усиленный пропускной режим на объектах образования введен по поручению губернатора Ненецкого округа. Ольга Русл продолжит. Сейчас в школе самое напряженное время. Учеников начальных классов первой смены заканчиваются уроки. Их забирают родители, ученики второй смены спешат в школу. Сотрудник охранного агентства «Формула безопасности» следит, чтобы ни один человек не прошел в здание мимо него. Это создает некоторые трудности для родителей. Впрочем, безопасность детей важнее. Некоторые сложности есть на пропускном контрольном вот здесь посту. Родители спрашивают, узнают, куда они идут. И в школу можно пройти только в сопровождении педагога. Просто так в школу сейчас не попасть. Ну вот, сейчас возникла сложность. До ребенка дозвониться не могу, учительница трубку не берет, а ему нужно передать учебник. Вот сложность. А в общем, в целом, я за безопасность, за. В связи с усилением мер безопасности трудности в свободном перемещении по улице в урочное время появились и у школьников. Но учащиеся с пониманием относятся к ситуации. Да. Если у тебя урок, там технологии, надо ждать учителя и выйти. А если еще учителя, надо спроситься, чтобы выйти. Вдруг в подвале физкультуры ты тоже ждешь учителя? Вот так вот. Во всех образовательных учреждениях на основании распоряжения Департамента образования изданы и действуют положения о внутриобъектовом и пропускном режиме. Это означает, что правила посещения таких объектов значительно ужесточены. Персонал и педагоги могут пройти только по специальным личным пропускам, а родители – при наличии документов, их перечень в списке и предварительной договоренности с учителем. Первое – это то, что если вот сейчас достаточно сложно будет попасть внутрь здания, то есть для этого нужно иметь какую-то причину, предварительно связаться с администрацией школы либо классным руководителем. И, значит, у нас время посещения для родителей: первая смена с 12 до 14, вторая смена с 14 до 17 часов. Для личных бесед с учителями и классными руководителями отведено время в пятницу. Все правила донесены до родителей на школьных собраниях. Сотрудники Росгвардии и прокуратуры провели проверки мер безопасности. Охранные предприятия также проверены на соответствие квалификационным требованиям. Согласно постановлению правительства, учреждениям образования первой и второй категории безопасность обеспечивает охранное предприятие. В городе таких учреждений 36, в округе 95. Всего же образовательных организаций в регионе 117. В соответствии с постановлением правительства 12.35 в учреждениях были проведены еще в том году категорирование и паспортизация. То есть в зависимости есть там три критерия. Это значит количество учеников, находящихся на объекте, материальная стоимость здания. То есть и в зависимости от этого всех критериев была присвоена учреждениям категория. На сегодняшний день число категорий увеличено. Это значит, что практически все учебные заведения, даже самые маленькие, нуждаются в дополнительных средствах безопасности. По поручению губернатора Александра Цибульского департаментом цифрового развития рассматривается вопрос по внедрению электронной пропускной системы в образовательных учреждениях с помощью электронных чипов. Прорабатывается вопрос по внедрению пропускного режима с помощью электронных пропусков. В настоящий момент в дошкольных учреждениях пропускной режим здания начинает осуществляться с помощью личных пропусков. Кроме того, департаментом образования подготовлено письмо в Министерство просвещения о том, чтобы образовательные организации охранялись сотрудниками Росгвардии. Ольга Русл, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, телеканал «Север».